еще в инструкции нашел рекомендацию. По приложению можно установить такое приложение. Оно называется TF Play. Установить его, и получится у нас вот такое приложение. Им можно управлять полностью громкостью вот этой кнопки, чтобы здесь ее не крутить, и соответственно, чтобы можно было использовать и вот эту боковую кнопку, это чисто сама музыка в телефоне настраивается, и вот этой громкостью можно регулировать вот эту кнопку. Очень удобно, чтобы к ней не подходить на расстояние, например. Сейчас покажу. И также вот боковая кнопочка. Вообще можно. Также здесь вот можно менять режимы подсветки. Их, правда, здесь всего 5. То есть можно по цветовой гамме крутить, и он будет выбирать, какие цвета. Здесь вот получается такой вот кружок. Все выбираем. Зелененький. Красный. Вот. Если один цвет, то вот так получается. Также здесь можно яркость увеличивать, уменьшать. Так, получается совсем тускло. Так поярче. Чуть-чуть совсем тускло. Вот такое моргание тоже здесь есть. Все вот оно не под музыку. Так, что здесь еще из фишек? Также радио управлять можно плеером полностью. USB. Пробовал еще одно устройство подключить, но он видит только вот это. То есть другое USB другого производителя уже не видит. Ну, в принципе, все. Остальное там дополнение, смотрите, я сейчас буду у себя в канале там дополнять. Что самое искал, вообще ничего не нашел по этой колонке. Все буду сейчас по одному видео выкидывать в мой канал.